Великий переїзд, стара казарма 2-ї сотні полку «Азов», що в Маріуполі, спорожніла. Сьогодні азовці переїжджають у новеньке після ремонту розташування. Сьогодні у нас історичний день. Ми заїжджаємо в нашу нову казарму, яку більше, ніж 2 місяці. Так старательно ремонтировали наши строители. Настроение хорошее. Сколько мы ждали? Не, мы лично мы ждали с конца августа. Мы заехали, жили в зале холодном, вонючем, без туалетов, без душа. А тут, класс, рай. Не хватает только Wi-Fi, а в целом. Здесь замечательно. Здесь классные стены, которые, возможно, будут мазаться. Очень много розеток, и пока что все. Ну, вообще, нам в июле сказали, что будут ремонтировать вот это вот все. И мы переехали в тот корпус. И с июля ждали вот по середину октября. Место просто замечательно. Мне здесь нравятся положительные светлые тона. В целом здесь прикольно, мне нравится. Вот оно уже было 2 года, по-моему, 2,5, если я не ошибаюсь, как закрыто, потому что сокращение местного бюджета, это было, кстати, санкционировано правительством тогда еще Януковича. То есть спортшколу закрыли, интернат, детей распустили, больше здесь ничего не происходило. Школа в ужасном аварийном состоянии. Мы здесь будем всегда на страже, всегда на поготове отразить любую угрозу из них. А вот так вот выглядела почти половина здания. Вот вы видите, сколько он в аварийном состоянии. В принципе, вот силами полка создали такой довольно-таки хороший ремонт. Я не знаю, где сейчас есть подобный. Ну, ребята, вам нравится новая казарма? Очень нравится. Посмотрите, это наши стрелки, блин. Да. Еще-то не нравилось. Раньше ребята дышали пылью, плесенью. Сейчас чем-то более новым. Сейчас более свежим именно. Тянет там турецким кафелем, финской сантехникой. Намного приятнее.